В ефірі програма «Сканер Кочеткова». Відповідно, я Олександр Кочетков. А в студії у нас людина не пересічна. Вже в нас студія на один раз була. Це Інна Богословська, політичний та громадський діяч, голова громадського об'єднання «Віче». Добрий день. Добрий день. У вас уже нічим не удивить. Вопросы, скажем, ну, вопросы вы уже знаете. Нет, в телевизионном смысле вы уже нас были. Значит, знакомство с вами уже не обязательно, но для разогрева, такому, что такое, разминка, вопросы, сканер вопросы, мы все-таки приготовили. Это те вопросы, на которые просим отвечать честно и сжато, да? Yes. Не по-депутатски. Нет, по-депутатски наоборот. А ну попробуйте научиться за 3 минуты выступления вложить все, что вы хотите. Ну не получается у них. Депутатство тренирует. Да потому что сейчас депутатов нет практически. А это главное все дилетанты. Требование – честно. Там ну честно, извините. Это эксклюзивный у нас продукт. Да. Что важнее, воля или судьба? Ну, воля, конечно. Она способна переломить неблагоприятную судьбу? Ну, здесь очень коротко. Прямо пойдешь, по голове получишь, налево пойдешь, по голове получишь, направо пойдешь, по голове получишь. Если воля есть, то можешь проскочить. Прогноз на будущее, мы тогда говорили, сейчас он улучшается или ухудшается? То же самое. Без формирования новой повестки дня, без нового общественного договора, без новых конституционных принципов мы из этого кризиса не выйдем. Очень будет кровавая история, если мы не найдем возможности объединиться вокруг новых смыслов. Все. Независимо от того, любит кто-то кого-то или не любит, независимо от того, что было в прошлом, если мы хотим иметь будущее, как страна, как нация, как общность, как общество, которое у нас великое общество, то только одно – находить новые смыслы, строить новую платформу и на этом перезагружать государство. Еще можно утверждать, что наша судьба в наших руках? Да, конечно. Все еще в наших? Конечно. То есть лаг вот этот временной еще немножко... Нет, ну подождите, Украине же не привыкать к внешнему управлению. Сколько мы существуем, столько мы под внешним управлением. То разные части под внешним управлением разных империй, то новое молодое государство под внешним управлением. Сейчас просто идет испытание на зрелость. Мы инфантильны как общество. Незрелы, как государство. Но вот считайте, что нам исполняется 18 лет, нам нужно выбрать профессию, способ самостоятельной жизни, затянулся, научиться зарабатывать деньги. Ну что поделаешь, очень многие мамочки же пестуют своих детей до 40 лет, но у нас всего 25. Кто опаснее для Украины, внешние враги или внутренние? Внутренние. И почему так? Ну потому что... Больше их, что ли, или ну, во-первых, их очень много, да. Во-вторых, они, вот эта внешняя вражда, это внешняя жаба, которая является до сих пор национальным животным, да, жлобство, зависть, неумение радоваться общим успехам, неумение создать собственных героев, неумение помочь друг другу, не только тогда, когда до смерти осталось 2 минуты, а в обычной нормальной жизни. Это проблема. И в связи с этим, если мы не находим внутренней консолидации, если мы не умеем поддержать друг друга, то любому внешнему врагу элементарно нас расколоть. Что страшнее, дураки или дороги? Нет, дураки, конечно. Потому что если дураки, то дорог не будет никогда. Все, значит, никогда. Нет. Вот если дороги, но без дураков, это лучше. Наша власть творит то, что она творит, сознательно или по скудоумию? И сознательно, и по скудоумию. Чего больше? Злого умысла или бестолковости? У разных по-разному. Дело в том, что сейчас же нет единой общности, которую можно назвать власть. Точно так же, как раздроблено само общество, граждане, точно так же власть раздроблена. Она сегментно состоит из разных совершенно психотипов. И говорить о том, что кого-то чем-то маркировать можно. Президент наш умный человек или глупый? Безусловно, умный. Он совершает глупости больше или умности? Больше глупости. Ну вот и объясните. Поэтому здесь нельзя одной краской всех мазать. И более того, вот я уже очень близка к тому, чтобы вообще призвать всех прекратить критиковать и попробовать говорить только вокруг позитивной повестки. Потому что, ну иначе мы не выберемся. Ага. Ну, я пока еще, пока еще... Нет, пока еще мы чуть-чуть покритикуем. За какой рычаг надо взяться, чтобы перевернуть ситуацию в Украине? Это президент, Кабмин или Верховная Рада?
Что это тот рычаг Архимедов, который переворачивает-то? Это общество. Мы во власти имеем сопливое, тщедушное тельце. Ага, не критиковать. Нет, я же сказала, чуть-чуть еще покритикуем. Ну, давайте, это объективно. Да? Сегодня ни один инструмент власти не способен решить для страны глобальную задачу перезагрузки. Если это не способно делать власть, единственная ставка – это общество. В обществе, я не помню, мы с вами еще не говорили, по-моему, совершенно гениальное есть исследование, это Нобелевская премия, о том, сколько нужно процентов разного типа людей в обществе, чтобы совершить переворот, революцию, либо просто позитивные эволюционные изменения. Так вот, для переворота достаточно 4%, для революции 12%. И для очень серьезных изменений, реформ, то, что мы называем, 25%. Никогда большинство не определяет изменений. Да и слава Богу. 4, 12, 25. Причем в этих 25 сидят и 12, и 4. То есть максимальное число активных граждан для того, чтобы изменить полностью повестку дня, это всего четверть. Это очень много. Но проблема в том, что у нас эти 4% пассионарных личностей, которые способны там условно к перевороту сознания, к изменению нового, они тоже, даже если и есть, они есть дискретно, существуют один друг от друга, мало друг от друга знают, а когда садятся за один стол, не могут договориться о двух одинаковых словах, не то что там понятия. У нас тут был один человек, который рассуждал примерно о том же, это так, ремарка такая, вот он говорил, что по социологии получается 4-5% в обществе людей умных и порядочных. Где-то там 4-5, а еще и больше, до 7% умных, но непорядочных. А все остальные, в общем-то, идут за победившей стороной. Вот если побеждают каким-то образом меньшинство умное, но порядочное, и общество начинает клониться в эту сторону, побеждает небольшая прослойка умных, но непорядочных, и общество автоматически тянется в ту сторону. Будем надеяться на умных. Что опаснее для Украины? Апатия населения или гиперактивность? Апатия. Апатия опаснее всего, потому что если общество является единственным субъектом перемен, то если этот субъект апатичен, то и на переменах опять надо ставить крест. Получается, что путинская Россия не дает уснуть. Да, я уже говорила, что у нас Путину должны поставить два памятника. Первая, украинская власть действующая, должна ему поставить памятник, потому что если бы его не было, ее бы уже давно смешали с асфальтом. А с другой стороны, общество должно Путину поставить памятник, потому что вот эта консолидация в защиту Родины от изуверов, да, она срабатывает, и так или иначе она собирает общество, пусть еще не цементно, но хотя бы там, хотя бы еще песочной какой-то связкой. Но, может быть, научимся и цементировать эти связки. Финализирующие, это разминочные наши вопросы, разогревочные. На ваш взгляд, сколько людей в Украине готовы жить в справедливой, демократической стране? Это речь идет про миллионы. Четверть. Речь идет про тысячи. Вот те самых 25%, конечно. Миллионы хотят жить? Хотят они жить нормально. Готовы? Хотят и готовы, это разные вещи. А Сара, вы хотите замуж за принца Уэльского? Да, конечно. Но вот видите, на 50% мы проблему уже решили. То есть хотеть, это не значит быть готовыми. Это проблема. Проблема воли для украинцев – это национальная проблема. Это национальная проблема, потому что воля – это тот внутренний инструмент, который не включается только во время пожара, либо войны. Если бы у нас такое единение, такой подъем, как волонтерство во время начала нападения на Украину России, да, если бы это волонтерство имело место в рядовой жизни, в бытовой, мы бы жили уже в другой стране. То есть у нас, как у Мюнхгаузена, знаете, сегодня пришло время для подвига. Вот время для подвига. А воля должна работать с утра и до ночи. Тогда это аспект, который приводит к изменениям. Хорошо, поговорим об этом в основной части нашей программы. Нагадываю, вы дивитесь программу «Сканер Кочеткова». Залишайтеся с нами. В эфире программа «Сканер Кочеткова». З нами в студії Інна Богословська, громадський та політичний український діяч. Ви були у нас в програмі два з копійками, два і неділю, два місяці і неділю тому. Все посчитано.
Что изменилось за это время в стране? Что? Куда движемся? И позитивное тоже хотелось бы. Ну, нет. Если оно есть. Если честно, ничего не изменилось. За два месяца? Mm-mm. Какие-то роски, скандалы происходят. Ну, смотрите, это же все Минский ни о чем. Минский процесс развивается в Скажите, пожалуйста, что у нас нового произошло в Минском процессе из того, что мы не видели? Чуть или из больше того, чего нам мы рассказали не об его истинном содержании. Ну и дальше официально. Что? Что мы не подозревали? Признала о том, что там на самом деле кроется, хотя даже западные обозреватели говорят, что там есть даже для них некие закрытые части. Да, дополнительные протоколы какие-то, о которых говорят изначально. Вот смотрите, к огромному сожалению, сейчас в политике смыслы вообще не несутся. Вот теми, кто находится во власти, смыслы не продуцируются. Несколько раз я поймала себя на том, что мне интересно было слушать Гройсмана. Вот как это не парадоксально. Когда он говорил о необходимости создания точек роста в экономике, когда он говорил о том... Это как с тетей Сарой. Да, наполовину мы проблему уже решили. То есть вот сейчас такая интересная штука. Гройсман провозглашает правильные вещи, за которые подпишетесь уверенно и вы, и я, и бизнес, и промышленники. Да? Он говорит для думающих, он говорит для тех, кто способен что-либо производить. А вот теперь вопрос между «хотите делать», будет пройден этот отрезок между тем, что он правильные вещи провозглашает, и тем, что это будет сделано. Его нельзя пройти, если идти в обратную сторону. Ну вот здесь все очень сложно. И понять, что сложно. Я недавно была у своего стоматолога, это частная стоматологическая клиника. Они умнички, они процветающие. Мало того, что они все деньги вынесли из семьи, когда ее создавали, они все время капитализируют. Все новое ищут, учатся. Живут. Ну, то есть они настоящие. Живут своим делом. Они не просто живут, они такие, знаете, провайдеры новых технологий, они учатся все время. То есть они классные, настоящие предприниматели с большой буквы. Еще и профессионалы в стоматологии. Первый раз за все годы, сколько я их знаю, они произнесли: слушайте, мы так хотели выйти в белую, мы столько поддержали. Мы поддержали сначала революцию 4-го года, потом мы поддержали революцию 14-го года. И сейчас мы видим, что нас просто выталкивают в тень, просто выталкивают. Ну какого черта? Мы уже там столько сделали, чтобы работать в белую, нас опять туда запихивают. И вот этот тренд, он сейчас очевиден совершенно. Он везде, да, потому что ненасытное государство опять в очередной раз, ужасная политика Нацбанка, которая для людей вообще украинские деньги превращает в труху, и на них уже никто не рассчитывает. Да. А это вот бестолковость или сознательная? Вот по банку-то тут какая уже у нас вы пошла? Знаете, там же очень сложно. Вот как я оцениваю Гонтареву? Я оцениваю Гонтареву как совершенно отмороженного, хорошего менеджера с отмороженным чувством государства, чувством общества и я людей. Я только хотел спросить, при чем тут Гонтарева, собственно говоря? Потому что Гонтарева, в силу того, что она работала инвестиционным банкиром, она работала в основном с иностранными компаниями, она, извините за такое слово, наблатыкалась коммуникации с иностранными консультантами. Она прекрасно умеет говорить им то, что они хотят слушать, а делать при этом то, что ей нужно, потому что она работала инвестиционным банкиром для украинских инвесторов. Это значит, она является гипер-супер-специалистом в офшорах, в отмывании денег, в неуплате налогов, в том же обмане банков и так далее. И сейчас, с одной стороны, она работает с иностранными специалистами, которые предъявляют определенный набор требований для украинской финансовой и банковской системы. Она с ними говорит на их языке. Им удобно, комфортно. Им кажется, что эта женщина прекрасно их понимает, абсолютно продвинутая во всех тех смыслах и реформах, которые они пытаются вложить. А в это время она благополучно, так же, как во время революции, она отмывала деньги семьи, не беспокоясь известно, по этому поводу. Точно так же сейчас она преследует абсолютно понятные ей и ее компаньонам требования, которые выдвигаются ими для того, чтобы получить свою огромную нишу на банковском рынке. А кроме того, давайте будем откровенными, нигде нет такой сверхприбыли, как в банковской системе сейчас,
на таком неконтролируемом рынке, где инфляция и девальвация играются в зависимости от частных интересов, и где за одну ночь банк, манипулируя на курсовых разницах, может получить такой доход, который ни один реальный бизнес никогда нигде не получит. Я просто хочу отметить, что Гонтарева – это Гонтарева, человек Порошенко, там, Полторак, человек Порошенко, ну и так далее, огромное количество людей, там, претензии какие-то министру иностранных дел Климкин. Да какие к нему могут быть вопросы или претензии? Он вчера говорил одно, сегодня совершенно спокойно говорит другое, именно потому, что ему сказали говорить это. Ну, это вообще, не самостоятельные не люди. Самостоятельные фигуры, они выполняют свою миссию. Но точно так же, как давайте посмотрим вообще на существующую коалицию. Блок Петра Порошенко, где люди Порошенко, и они выполняют свою корпоративную задачу. Потому что до тех пор, пока Порошенко имеет бизнес на территории воюющей страны, никто в стране не поверит в то, что Порошенко президент Украины. Его воспринимают как бизнесмена, торгаша, купца, как угодно, но не как президента Украины. И в Украине, и в Украине, и в мире, да? Это раз. А вторая сторона этой коалиции – это Народный фронт. Извините, что это такое? Это кролик, который реально стал большим кроликом во время войны, да? Утроил, удесятерил свое состояние. Сбежал после того, как его сняли, Яценюк, с премьер-министра, отсиделся, получил, очевидно, какие-то гарантии, вернулся и пытается сейчас продолжать вещать. Да? Народный фронт, который пилит бюджет так, как не пилит никто, потому что он засел на силовых ведомствах, угу. И через эти силовые ведомства перемывает миллиарды. Более того, в чем цинизм ситуации? Вот там, Пашинский, подобного рода моральные уроды, которые сейчас рулят этой темой. Вот Пашинский только что вынужден был уйти, да. Но мы же не знаем, отошел он или нет. Просто он настолько одиозный уже стал фигурой, он же рейдер в чистом виде. И поэтому там вот это его родственная связь с сыном, который работал в оборонпроме и так далее. Но что происходит? Посмотрите на бюджет. Бюджет весь сейчас перемывается через силовые ведомства. Кто на силовых ведомствах? Группа Народного фронта и Порошенко. Это миллиарды. В чем там нюанс? Там нет публичных, там в половине закупок нет публичных торгов. Они закрыты. То есть те тендеры, о которых столько лет говорили, добились открытости тендеров, но они не являются открытыми в огромном количестве закупок Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины. Не забудьте, у нас там сидит серый пастор наш Турчинов в стороне и всем этим тоже кукловодит, дергая за веревочки. Вряд ли ему там что-то дают. Да. Уж много желающих. Он кукловодит, потому что когда мы выясняем, что Чеботарь, который сидел кошельком у Авакова, это человек Турчинова, то тоже многое очень сходится. Понимаете? Это все люди доллары, а не турчины. И здесь вот у каждого, как у утенка Дональда, по доллару в каждом глазу и больше ничего. Вот это отмороженное сознание. Это ужасно. Я когда-то там на второй или на третий день после революции, когда увидела, что творится с перехватом власти, вот этим всем кодлом, извините за грубость, да, я сказала, что это вот пришли мародеры, они сейчас будут на войне, на революции срывать сверхприбыль, потому что они понимают, что они временщики, и они так и будут жить. Это затянулись. Вот сейчас мы это имеем. Временщики-то затянулись. А временщики затянулись, смотрите, вот здесь безусловный талант двух человек. Это талант Порошенко, который талантливейший переговорщик, и он путем переговора все проблемы откладывает. Ну, он их оттягивает в надежде, что они рассосутся. Они там накапливаются. Что-то рассасывается, а что-то превращается уже из обычной царапины в опухоль, в абсцесс. Да? Оно все равно хлопнет когда-то. Или по здоровью в целом, или в какой-то конкретной части. С другой стороны, мы имеем Авакова, который продемонстрировал невероятную способность создавать вокруг себя коррумпированные команды. Это у нас история, мне она понятна и близка, потому что это было в Харькове, когда он стал губернатором, и в начале первые там, пару лет его все обожали, а потом ему пришлось бежать в Италию и скрываться там, потому что реально он натворил столько, что он должен сидеть в тюрьме. Сейчас та же самая история, но он талантлив, он талантливо собирает вокруг себя совершенно беспринципных людей,
А сейчас он еще стал всей стране, шантажируя Украину, демонстрируя, что за ним стоят батальоны, за ним стоит Азов, за ним стоит Троян, которого сейчас пытаются протолкнуть на главу украинской полиции. Вот представьте себе, представитель профашистской организации становится главой украинской полиции. Что нам еще надо будет, чтобы с нами иностранцы вообще перестали общаться? Ну и так далее. То есть вот что. Что-то изменилось? Нет. То есть оно входит в апогей. Все, о чем мы с вами говорили 2,5 месяца назад, просто входит в апогей. Я услышал. Я обычно хочу там делать такие паузы, перебивки на оптимистической ноте. Давайте сейчас перебьемся на оптимистической. Оптимистической ноте не получается. Пауза все равно будет. Нагадую, вы дивитесь программу «Сканер Кочеткова». Залишайтеся з нами. Повернемося за хвилину. В ефірі «Сканер Кочеткова», в студії зі мною Інна Богословська, політичний та громадський діяч України. На позитив. І як от со всім цим ужасом, о котором, чесно говоря, і слушати вже не хочеться, от як з ним боротися? Где ті розки нового, хоча б не побіждаючі, но обрисовуючі? Ну, на самом-то ділі, во всій Как вот с этим делом быть? Этой кучі, на самом деле, ответ только один. Это новая, молодая украинская необуржуазия, которой по возрасту может быть и 60, и 70, и 40, и 30, и 20 лет. Это те люди, которые реально хотят, а, доказать себе, что они средний класс, они нищие, или не часть коррупционной системы, которая их переламывает и перемалывает через себя. Это те, которые относят себя к среднему классу, имея доход в семье в $300. Это преподаватели, это не средний класс, конечно, но у них самоидентификация среднего класса. Что такое средний класс? Это человек, прежде всего, имеющий принципы, позицию, человек, для которого свободы являются важнейшей частью его жизни. Кто является всегда заказчиком буржуазно-демократических революций? Средний класс. Средний класс. Потому что единственная страта в обществе, для которой ценность, правила, законы, свободы – это средний класс. Нужны. Потому что для нищих они заняты каждый день добыванием куска хлеба, выживанием. Они не будут заниматься общими проблемами и свободами. Для богатых их главный партнер в этом нашем постсоветском реалити-шоу – это государство, это их корыто, это их партнер. Для них общие правила не нужны. Они для себя создают специальные правила и в них живут. Только среднему классу, который в Украине абсолютно размыт, не соответствует критериям, ни имущественным, ни институционным, но он есть. Потому что на самом деле психология украинца – это психология среднего класса. Моя хата с краю – это собственность, хата с краю – это значит, я хочу правила, которые не заставляют меня вмешиваться каждый день. Да? Почему она с краю? Сделайте мне условия. Я буду жить на самом деле. На самом деле говорят, что поговорка это продолжается. Но за эту хату с краю украинец же горлянку порвет, да? И попробуйте только забрать. То есть психология защиты собственности, понимание своей территории, своего личного пространства и пространства своей собственности, как того, куда заходить нельзя и не трогай, да? Проведите сегодня социологию, спросите, что хотят украинцы. Они вам на первом месте, если говорить о каких-то таких духовно-социальных ответах, не конкретные проблемы. Он на первом месте скажет, не мешайте, власть, не мешайте, мы сами все сделаем. Налоги, в первую очередь, не мешайте с налогами, с фискальными. Да со всеми вместе, с проверками, с налогами, с регуляциями, с вашим идиотизмом пропаганды вместо информации в средствах массовой информации. Вы посмотрите, во что СМИ наши превратились. Ведь там информации уже очень мало. Это чисто пропагандистские машины, которые льют и льют это месиво, сваренное на каких-то кухнях. Это же беда. И, к сожалению, интернет за счет того, что научились работать с этими огромными командами ботов, превратился из площадки, где реально можно было вести дискуссию, в площадке, где очень многие друг друга поливают и работают технологии. То есть к чему переходить? К листовкам, что ли? Ну вот так реально проблема. Мучительно выруливаю средний на конструктив. Средний класс как основа украинского общества. Нет другого. Выруливаю у на нас слабое государство и сильное общество, которое способно стать сильным. Самоопределение, самоидентификация.
Нам нужна на самом деле не революция 14-го года, нам нужно завершить революцию 4-го, которая была чисто буржуазно-демократической. Да, она была чистая и светлая. Так она была чисто буржуазно-демократической, потому что там требования были, абсолютно требования свобод, правил, да, честности в отношениях. Майдан 14-го ведь этого не... Майдан 14-го был чисто протестным. Я просто не удержусь, расскажу историю, которую услышал. Вот эти валенки, знаменитые американские валенки. Я встретился с человеком, это бывший продюсер группы «Виагра» Дмитрий Костюк. Он, когда увидел, что люди на базаре, на Майдане мерзнут, да, он вместе с Валерием Меладзе закупили машины, несколько машин этих валенок, и тот же Меладзе, и тот же Костюк. Руководители «Виагры» грузили руками эти валенки, помогая людям. И мы то же самое. Это, я говорю, настолько трудно представить там, Валерия Меладзе, грузящего валенки на Майдан, особенно сейчас, но тем не менее это было. Я говорю о том, что получается, что нужно агитировать не общественных активистов за новый общественный договор, а надо активировать средний бизнес. Ему втолковывать. Вот средний класс – это шире, чем средний бизнес. Средний класс – это преподаватели. Это студенты, это старшеклассники, да, которые завтра-послезавтра выходят. Даже и ощущают. Конечно, они же являются носителем уже новой парадигмы. Старшеклассники, которые еще не испорчены взятками в институтах, которые с них начнут требовать после совпадает. Первого... Совпадает. Вот тут несколько человек говорили об этом. Ну, вот, видите, вот слышат про вот эти новые правила, слышат именно в первую очередь старшие классы и младшие курсы университетов. Ну, во-первых, они не знали другой страны, слава тебе, Господи. Они родились в Украине, да? Во-вторых, они еще не пошли в вузы, где с них требуют взятки, начиная с первого семестра. То есть, условно, они не испорченные до декабря первого года учебы, когда им приходится сдавать первые зачеты и экзамены. У нас же коррумпированная абсолютно система высшей школы. Не так страшно, всякое. Сейчас поменьше, если честно, начали бояться, потому что больше всего стали бояться преподаватели. Да? Стали бояться врачи, которых, благодаря тому, что они стали бояться, заставляют жить за 2000 гривен, за которые прожить невозможно. И при этом еще стоять там, например, хирургу за операционным столом 4-5 часов. Да в ряде случаев свои материалы используются. Знаете, вот это тоже очень важно. Я скажу один тезис, о нем можно делать целую программу и говорить. Да? Борьба с коррупцией без изменения отношения к заработной плате и к системе доходов невозможно. Если вы будете стрелять даже людей, вешать их на столбах, но вы будете платить им зарплату, за которую невозможно прожить, они будут искать место, где получить больше денег. Кто кого обманывает, когда государство платит заведующему кафедрой 3,5-4 тысячи гривен? Кого он выучит? Как он будет относиться к диссертациям и так далее, если мы говорим о науке? Там и другая проблема. Кого мы обманываем, когда мы врачу высшей категории, имеющему опыт, имеющему возможность за рубежом сделать одну операцию и получить 8-9 тысяч долларов за одну операцию, он делает в день их 5 и получает зарплату 3-3,5 тысячи гривен. Кто кого дурит? И когда пытаются догнать этих профессора или врача за взятку, еще приняв сейчас закон, раньше же они не подпадали под категорию взяток. Сегодня их все подвели этим новым законодательством европейским. Но не дали возможности реально, легально зарабатывать деньги, которых стоит их труд. Или они бросят к чертовой матери этот труд, как мне недавно сказал доктор, который моего папу лечит. Говорит, Инна Геннадьевна, сделайте что-то, я ухожу. Вот сейчас мне исполнится 60, я ухожу. Это один из лучших специалистов в Украине в этой сфере. Абсолютно преданный, настоящий врач такой, с большой буквы «В». Он уйдет, он не может больше. Говорит, у нас проверка за проверкой, у нас требования за требованиями. При этом, с другой стороны, ко мне заходят и говорят, давай деньги, мы порешаем тебе все по этой проверке. Да? Это же просто сплошной обман. Вот если президент врет, да, там, министр внутренних дел врет, еще кто-то там врет, все врут. Кого они обманывают? Они же сами себя в итоге обманывают, потому что это все равно взорвется. Панина, хочу... Внятный, понятный алгоритм действий не для себя. Мы уже потихоньку выруливаем, там, движемся к финалу нашего разговора. Алгоритм для тех, которые не безразличны, которые хотят жить там, справедливой,
честной стране. Ну, они готовы вкладывать алгоритм действий. Да, я к огромному своему тягостному осознанию прихожу к тому, что вещи, которые мы начинали делать в 2003 году, просто было очень рано. Так же, как команда «Озимого поколения», которая призывала к среднему классу, которого в 2002 году просто не было там, по определению, да, он еще не понимал себя, мы к нему взывали. А потом мы делали вещи, но как мы делали вещи, с чего мы начинали? С того, с чего, судя по всему, придется начинать и сейчас каждому из нас, кто понимает, что нужно делать новые общественные договоры, правила. Мы без этого, еще раз хочу сказать, мы без этого не вырулим. А как это начинать? Через коммуникацию. Я тогда брала трубку и говорила, там, Леночка, Юрочка, я еду в ваш город, соберете 15-20 адекватных людей вместе, давайте поговорим. Приезжала, разговаривали, да, но на третьей нашей встрече мне говорили, так, ну говорите честно, вам же никакая программа не нужна, так мы писали план развития страны, да, 3 года вот так все перемалывая. На третьей встрече мне говорили, так, хорошо, вы собираетесь, наверное, партию создавать. Знакомые, да? Очень. Это давайте. Как? И хочется послать всех подальше, да, умыть руки и уйти от этого. То есть если общество сейчас поймет, что оно единственный субъект изменений в стране, будет толк. Будет толк. Зуб даю. Люди на местах спрашивают, куда бежать, что хватать, к какому зданию идти. Народ постепенно бурлит. Когда им начинаешь рассказывать о новых общественных правилах, новом общественном договоре, да, это все интересно, обязательно спрашивают. Это не политический проект. Если есть возможность убедить, слава богу, народ там теплеет, отходит, не политический проект. Замечательно. Что? Вот клубы на местах какие-то. Вот тут Сергей Опри рассказывал некие там кола взаимодействия. Люди, которые готовы жить по новым правилам, там, распространение вот этих новых правил. Но на самом деле от кола до ВИЧи, конечно. Вот вам путь. То есть кола — маленькие группы коммуникации, потом соединение этих групп с другими перенасыщенный группами, выход раствор, на ВИЧи. Центры кристаллизации, и потом там... Возникает, да, целый кристалл. Но, смотрите, поскольку люди ленивые сейчас, да, клиповое сознание и то, что не читают тексты больше 4 абзацев, уже не читают, да, клиповое сознание дольше, чем там 5 минут не смотрят картинку, то от нас с вами, от тех, кто там, уже имея опыт и понимание, и годами восприняв то, на чем можно строить новую Украину, нужно сейчас подавать смыслы, да. Какие-то смыслы, которые будут браться этими людьми, значит, это то, на чем можно лепить этот новый общественный договор, как ценности, которые для этих 25%, да, станут незыблемыми. Вот их нужно выбрать. Но проблема-то в том, что у нас времени мало. Времени мало. Система валится, как мы с вами говорили 2,5 месяца назад. Да, это здание, которое падает. Остановить его невозможно. Значит, нам немедленно рядом нужно создавать площадку, куда отселить этих людей, да, устроить там нормальную жизнь, ну хотя бы чуть-чуть. Поэтому ментально. Вокруг смыслов. Вот это сейчас мы понимаем, что те политики там вчерашнего дня, да, которые уже были у власти реально, потому что там мне говорят, вы тоже были у власти. Я во власти не была, я была представителем народа в законодательном органе, условно, да? Власть — это те, кто имеет возможность управлять. Комитет был еще по предпринимательству. 4 месяца и после этого заявление о борьбе с азаровщиной и так далее. Да, вот это когда меня просто за руки так втиснули в систему исполнительной власти. Я добилась, что мне дали пилот, добилась права, что 4 месяца меня никто не трогает. За 4 месяца сделала в системе столько, сколько до этого никто не мог сделать, а потом пришлось уйти, потому что 4 месяца закончились, и 2 последних это была одна борьба с системой, и пришлось уйти, потому что это невозможно было выдержать. Построить социализм в отдельно взятой стране невозможно, это доказал опыт Советского Союза. Да? Да. Точно так же, как построить отдельно работающую систему в рамках полностью больной раком системы управления в Украине, которая сегодня есть невозможно. Поэтому надо менять правила, надо отдавать полномочия и так далее. То есть наша с вами задача тех, кто давайте будем честными, умный, б, способен формулировать, с, имеет опыт и при этом имеет еще горящий глаз, то есть мы не умерли внутренне, мы хотим и перемен, да,
мы же с вами в этом смысле близнецы-братья. Вот для таких людей, как мы, плюс тот молодняк, который с вами, со мной, ну, куча же людей общается. Ну, нам нужно научиться, программы кучкуются, да. Нам нужно научиться очень кратко, емко и образно формулировать те смыслы, вокруг которых люди готовы собираться. А учитывая, что мы все время в коммуникации, мы уже, ну вот правда, 10 человек соберутся, мы приблизительно об одном и том же будем говорить. Это значит, что вот эта истина, она уже всплыла. Как на бульоне, на котором сняли пену, уже появляется настоящий вкус. Услышал? Вот это и надо делать. Вынужден возвращаться к краткости. Все, что имеет свое начало, должно иметь и свой конец. Наша программа, наша беседа, на жаль, добегла финалу. Пані Інна вже не перший раз в нашій програмі. З нею цікава, вона, як завжди, різка, об'єктивна і каже те, що думає. І це приємно, і тому з нею дійсно цікаво. Я сподіваюся, що і наші телеглядачі розділяють зі мною цю позицію. Тобто на моєму сканері все чисто. І наостанок я хочу зауважити, що кожен має право і має можливість почати нове життя в будь-яку хвилину. Але, на жаль, користуються цим тільки одиниці. Обов'язково прорвемося, залишайтеся з нами.